Сейчас видите три новых комментария из прошлого ролика по кассам Steve House. Если хотите тоже попасть в следующий ролик, то оставляйте свои комментарии. Не будете держать, мы переходим к видео. Также хотел бы извиниться, потому что я очень плохо играл, нес всякую херню. Это была моя шестая катка вообще за всю жизнь КСК. Сейчас у меня уже порядка 30-40, играю я гораздо лучше. И в последующих видосах, это последний был отснятый, старый отснятый видос. Следующие, если будут уходить, они будут гораздо лучше, потому что я там уже умею играть. Вот, переходим к самому видео. Всем привет, с вами Крубер, и сегодня мы со Злейфером будем играть в КСК. Да, это уже фигненькая по счету игра. И мы будем сейчас играть в двойной режим с необычным челленджем. А именно, нам вообще будет запрещено юзать какие-либо зелья. То есть без силы, без регена, без ХП мы будем страдать. Не будем держать. Когда мы играем без зелья. У меня лучник, ассасин и титан. Что мне взять? Что мне взять? А, лучник, ассасин, титан. Наверное, ассасин бегает быстро. А, я уже лучника взял. Угу. А у меня, короче, есть мастер оружия, то есть шардом я смогу бить по области. И есть вампир. Наверное, вампир круче будет. Он хилить хочет, может. А то зелек у нас нет на хил. Ой, смотри, жизнь чело. Бей руками. Да, конечно, больно. Смотри на себя. Я вижу. У меня здесь подлагивают они. Пинг похуй. Ну, кстати, вот это как... хоть какая-то штука к боссу, стрела, замедление. Ну, да. А то бы мы вообще не смогли. У нас другого шанса нет против босса. Не, ну хотя если один агрит, даже если они вдвоем быстро бегают, все равно смогли бы на это. Не, моментальный урон есть стрела? Не, нет. Была бомба, по-моему. Чисто заходишь в джимку и полетел ты гачи. Да. Помнились моменты. Со стрелой там. На третий урон. Блин. У одного левого нет оружия. У одного левого сила. А черный или белый, кто выиграет? Да нет, третья волна, они слабы. Можно руками. Чё, кто выиграет? Белые или черные? Один на один остались они. Они на луках остались. Ага. Мечники умерли. Да, они на луках вблизи стоят, стреляют. Ой, боже. О, я его. Белый какой-то... Ой, боже, белый. Ой, мы ставку забыли поставить. Да, я не успел. Ой-ой-ой, я говорю, бей. Поле ты их не слабенькая. Ну, если ты всех в одном месте убьешь, то не слабенькая. А так? Как оно выглядит, анимация? Его нету. А, нет, есть. Все, увидим. На меня дом поставили. В чате пишут. Я вижу. Чем мне делать, раз дом поставили? Они оба ближники, давай. Я в тебя верю. Короче, многие поставили. Да. Они оба ближники, чел с мечом, у нас нету ни хрена. Чел шипы купил. Он тебя сейчас запушит шипами. Крубер! Нет, а ты где? А, чела обманули. А я так и получил щитом, алло. Я их откидывал от тебя. Человек против меня поставил. Но он обманул. А я им вообще ничего сносить не буду, наверное, да? Что-то сносишь. Ты вообще ничего нет? У меня? Право уже. Ну, пускай покажет себя, попробует, но, скорее всего, правый выигрывает. Наверное. Ставь на право. Не-не, я тоже 200. А, нифига! Почему тебе так поставили? Почему тебе менталисты поставили? Что? 3500 на них? Они со своим пацаном, ты зачем это сделали? Мы хотели просто забрать куш и все. Ну... Я ж говорил. Чел, ты 4К слил почти. А вот слева, ну, типа, двое шипов. Я не знаю, я фул налево поставлю, у меня 800. Ставка. Крубер и Гнубер. Тут могут и те выиграть. У тех луки, они могут нормально нафигачить. Когда я отвечу? Так, все. Они не знают, кто ты такой. Я не знаю, да. Ну, типа, мы в команде одной, поэтому, типа, могут... Ну, да. Поверить. Просто. Он замедляет, ты если станешь, можешь? Там замедление 5, ты просто его станешь. То есть, ты вот сейчас чела, если попадешь, ты застанешь его. Нет, там шар. У них очень сильный лук. У них очень сильный лук. Надо запушить. Все, меня слили. У них очень сильный лук у одного. Он по шипам решил пострелять? Слева чел. Ну, у тебя ХП было мало, ты мог шипов, да? Я и так шипами был. Нет, от шипов на их броне.
А, наверное. Ну да-да-да, я получал урон тоже, что у них, типа, не Ну, это довольно легкая сейчас была волна. В принципе, что у нас? Ставка зашла, да? Да. Не знаю, по приколу на крутого человека, но по факту вообще металлист должен. Ну, я на металлиста ставлю ва-банк. Скорее всего, он... Ну, 50 на 50. Ничего себе, какие непонятные ставки. Мне вообще непонятно, с чем это связано. Ой, я на себя сыграл, да? Да. Я могу тоже отстреливать так. Ой-ой-ой, не, не могу. Крутой человек отхилился. А, он... Не, ладно, металлист его вынесет. Я думаю, металлист его вынесет. Я хочу посмотреть этот бой. Да, это интересно. А они будут стоять, он по урону выигрывает, наверное. Просто... Мария, они оба думают, что выигрывают по урону и стоят просто на месте. Ну... А, нормально металлист ему. Ну, они стреляют все-таки, но... Так, по минималке. Ну, типа по урону он думал выиграть, металлист. А он попал последний раз и все. Я не знаю, кто из них честно играет по урону. Все, металлист выиграл. Хотя, блин, типа, крутой человек, он же по двум урону наносил. Ну, он хилился, крутой человек. А неважно, хилился, не хилился, просто нанесенный урон. Да. Он может в конце подойти с шипами, допустим, и все. Нанести урон, успеть. Смотри, этот с луком ждет, а металлисты уже пофиг. О, видишь, типа, ну с шипами в конце. Ну это такое, смотри, смотри, что сейчас будет. Да. Вот такое вот сейчас. И металлисты надамажат. Что? Да. О, мы против него. Против кого? Ну, догадайся. Металлист? А! Это человек. Сверху же написано. Ой. Надо бы лук силу один хотя бы. Броню хотя бы за один бы. Все. Как... Прыжком. О, ну мапа под нас так-то. Под нас, но так-то и под него. У него прыжок. Так, фул натяг промазал. А ты знаешь что? Рубер, пошли. О, у него шипы, если что, алё. Я щитом. Не надо, только иди. Ну давай. Летел. Мне пох, я щитом на него иду. Мне он вкачан. Попал. Не получай много дамага. Он гэпался. Фул натяг дал. Ему пох. А, у него шипами. Кончились шипы. Все, он лоу. Ага, убивай. А, ну, это легко было. Нормально. О, опять мы деремся? А нет, или да? Да. О, люди против ставили. Мы микс скипаем. Да. Ну, 14 микс это слабо. Ну, все равно. Некоторые жизнь потеряют. Да не. А, он как-то так, неохотно играет, по-моему. Ты же забьешь? Да. Я ему спину стрельну. Я поставлю 50 на левых. Мне жалко ставить, но интересно. Ой, на левых крутой человек поставил. Видимо, он выпалил потенциал или скилл. Ну да, у них ники круче, это правильно. Ну, это работает, кстати. Круче ник, не круче ник. Ну да, круче скин там. Если у человека HD скин, крутой ник там. Донат, то он выигрывает. Не знаю, у меня работало. У тебя же нет доната. Ну, типа просто, когда люди так играли. Я видел, чел там гуд. Ну все, гуд выиграет. Ну, кого я оставил? Налево. Ну, лево, я думаю... Хит видишь больше. Да, да, да. У кофе больше урона прошло. Честно сказать, то, что там очень... У правых один лук. И у левых один лук. Как и зарядка? И гагра. И гагра. Не прокляга здесь, да? Не-не, они хрящи надо все. Ой, как больно. Это вроде не челлендж без брони, а больно. А мы хотели вот они, хватает силоки. Несколько силок не взял, потому что зельки все, нельзя. Не забываем, что у нас такая вот помеха нашему челленджу. Челлендж помеха. Серьезно?
Металлист решил выиграть. Зомби-бот. Ты что говоришь? Зомби-бот PvP 1.9. Я его медленно бью. Этот ковёк. Кофеёк ливнул, они проиграли. Проиграли, да. Mm. Они просто проиграли, они не ливнули. Да, они слились. Да. Не, то есть направо. Ты что заберёшь? Ой, дай за охоту, да? Я заберу, да. Я вон, конечно, ничего тебе. Так я не качал. Не лучше ладим, всё. Ну, ты главное, врачусь, чё, чё-то стандарт. Ну, в принципе, по чуть-чуть. Убиваю курей. Курей, кури, самое главное. Они тут такие быстрые. Ой, я попал, по курице. Я убью. Всё, курица кончилась. Броня крутая. Ну, мы вообще без зелек, тем ну... более. Да, зельки тут нам ничем не помогли. Ага, чел фулл этажку просто. Да не, ну это пипец. Наша броня, их броня. Ого, ты что ты сделал? Шипы? Я за тобой постою, пока ты под шипами. Там один чел в стане вроде был. Ну, был. Был. Да, вспомнил. Нашей, в принципе, броней. С твоей тем более. Она не качана никак. Ну... Но... Опять мы. Блин, силу 2 дают, ну почему нельзя? Ну, такой челлендж. Я типа смотри. Это чел фулл стане сейчас будет. О, мощно. Ну, в шипы решил стрельнуть. Они оба в шипах, в чем мне делать? У меня второй щит. Сначала проверять, чтобы они в шипах, не в шипах. У нас микс, кстати. Я на металлиста бах. Нет! Я шипы хочу взять! Я не успел, Агри. Не так близко. Ты не успеешь убежать. Не, ну пока шипы есть, можно же побить. Поздно. Ага, я сейчас умру. Я умру, походу. А ты-то вот чего умрешь? У меня полстроки осталось. Два сердца. От мобов каких-нибудь. Я не знаю, от чего я умру, я просто сгорел. По-моему. Yeah. Зомби какие-то. Большие, очень мощные. Здесь все очень мощно, я тоже сдох. Ну вот, походу, закончится наша игра. Походу, у меня броня не качественная, а деньги на руках есть. Ты когда умираешь, ты возрождаешься, и ты бессмертен несколько секунд. Почему ты не пошел в толпу? А. Сразу в толпу. У меня звуки Майнкрафта вообще опнулись. Бывает. Багулька. Ну все, теперь вы прошли. Главное, выживи сейчас. Выживи. Да выжил я. А потом сейчас челлендж без меча. Ну, я с мечом. У меня он есть, типа, но... Толку от него. У тебя одна жизнь? Да. Даже у тебя две, у меня одна. При том, что ты агрел микс. Да. Ну, как бы я, конечно, тоже в толпу прыгал, но у меня не было шипов вообще. До сих пор без них. Ну ничего, это мне привычно, то, что я на больших раундах без шипов. Деньги надо экономить. Ты их бить вообще будешь? Что это? Я их бью. Вот 1.9 бьешь, вообще ничего не получается. Я медленно бью. Надо больше бить. Ой, медленно опять говорю, бью. Быстро бью. А мы против крутого человека. Нам жопа. На ближней карте, ух ты. У него 9 доп. Урона и защита 5. Нормально он обустроился. Да. У него еще 4 зельки на реген. Мгновенный. А как нам его выиграть? Если только он в шипы стрельнет. Ну, у меня лук сила 5. Не знаю зачем. Чем он поможет? Максимум сила 2 полезно качать. Остальное выгоднее качать доп. Урон. Думаешь? Знаю. Все так делают. Я видел человека с луком 6, по-моему, или 7. Ну, я видел сила 15. Главное по нему попасть фулл натяжкой. Я попал. Главное, чтобы он по нам все фулл натяжкой попал. Он шипами был. Да, он успел нажать. А он тайминги знает или как? Он может мне шипы кончить.
Ровно в момент окончания шипов он меня ударил, прикинь? Конечно, знаю. Зачем он нас стрим снайпил? Ну и стрим просто заснайпил. Видеоснайпил. Да, видеоснайпил. Тебе жопа. Есть такое. Меня просто от шипов его брони снесло. Ну, конечно. Я тут Z3 качнул, конечно, две вещи, но это ничего просто не дает. Он сильнее почти всех. Да всех. Ну, у него доп. Урон сильный. Ага. Блин, опять силу 2 дают. Ну что ж вы такие? Ничего ценного в пуле. Кольчужные ботинки, огнеупорность 4. Против блейзов надену. О, микс. О, нам жопа. Да, надо вкачиваться. Я ничего не буду ставить. 100 монет поставлю. Надо вкачиваться. Хотя бы железку, но придется. Я агро, наверное, да? У меня 2 жизни все-таки. У меня за 3, за 4. У меня за 2, за 4. Ой, за 3. Ладно. ГГЕПС. Я понял тебя, Металлист. Давай. Ой, молюсь. Что, всех загрел? Не знаю. Пойдет. Всех. А как мне все... надо, да, но ты не умирай. Я не мог двигаться. Я понял. Ой, тебе жопа. Ты как бессмертен, беги в них. Но ты уже смертен, наверное. Наверное. Я тебе об этом говорил. Там в чате пишется, когда проходит. Все, мы умерли, короче. Думаешь? У меня полстроки, я ем яблоко. Полсердца! По-моему, яблоко не сильно спасло. Надо стрелить скелет, который... Вот этот. Если сейчас его убью, я думаю, ты сможешь уворачиваться. Там 2 скелета, по-моему. Да? Ну вот, скелет один, да, остался? Был второй. Тихо! Меня не попал огонь. Уворачивайся! Итак! Давай! Тихо! Надо убить сплоха! Он не важный, он не особо. Блин, они ускорились очень сильно. У меня огонь попал! Они очень сильно догоняют! Да, я вижу. Ну все, тебе ГГ. Безделик сложный, я вообще. Мы сейчас умерся. Понял, ну да. Было полегче. 9-е место, это вообще. У тебя баратик не изменился. Рейтинг изменен на 0. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Злейфер, мой друг Рубер. Это был самый жесткий челлендж на Диком Западе. Ставьте лайк, если вам понравилось. Всем пока. Пока-пока.